magyar brutalány. Szervusz István bátyám! Szia! Nézzél parhat adok! De örülök, hogy megint itt vagyunk. Kicsit veszem. Szervusz! Szóval, drász kutya! Szervusz! Kicsi ánya, kicsi gyémocska! Szervusz! Szóval ányokat! Szervusz! Kicsi gyémocska! Megjárasz az így! Kicsi ányokat! Szervusz! 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 Megérkezés a Tubatanyára 2012. augusztus 20-án. Группа приехала, выходили из автобуса, а сейчас заходят во дворе. Встречают им welcome drink'ом, естественно, венгерский спаленькой. Встречают вас welcome drink'ом, захватите в росли и выпейте. Встречают вас welcome drink'ом, выпейте палинку, пожалуйста. Захватите палинку и, пожалуйста, идите за хозяином. Окружите его. Не, парень покажет, на наш мастер. Маленькая, маленькая, я гейша, на здоровье, на здоровье. Вам придется все равно съесть. Я говорю, что я люблю, вы мне хочу, а вы мне не хочу. Ничего, вы показываете, потом пошли. Если я не когда человек, я как бичит, козелев, иди сюда, миндаки. Так, гости, почему вы не пьете паленку? Скажи, ты очень крепкая, прям невозможно. Крепкая невозможно. Хорошо. Соленая огурчика. Как просто паленка, а за на них там нахмать. Я вас интервью, я не знаю, как вы смотрели. Вас интервью, я гости дорогие, подходите. Алло, алло, кельдаш, вендиге, к пределам. Пожалуйста, минуточку. Пожалуйста, пожалуйста, наташи, к пределам. Алло, на каную капонту шмаря. Egyis információ, információ, halló! Kedves szülők, kedves felnőttek, tanuljuk meg a legfontosabb magyar szót, amikor iszunk a pálinkát, nem azt mondjuk most, hogy názdarom érdem, hanem azt, hogy egészségünkre! Слово, которое называется на здоровье после паленки. Не говорим по-русски на здоровье, говорим эгешигедре. Эгешигедре, эгешигедре. Эгешигедре. Ой, супер, очень хорошо. Надёю, надёю. Эгешигедре. Ой, хозы гэлла порад, мэр миг, мэй мэкинаю галанью, когда киш паленькава, валами вэр миг, кишу. Некэд иш вон. Ты и там, аду. Elmondunk egy kis információt a tanyánkról, figyelmet kérünk szépen. Amikor ezt a kis tanya, valamikor nagyon sok tanya volt ezen a részen. На этой площади когда-то было очень много всевозможных хуторов. Aztán ugye alakultak a falvak, a városok, az emberek beköltöztek a tanyákból. Потом, конечно же, основались, как говорится, города, села, и люди переселились со своих хуторов уже как, ну, более такие цивилизованные места. Hello, информацию, информацию. Я с Тони Адусевым ведем директ вендинг-фогадаж, да? Он этот хутор купил где-то 20 лет назад.
специально, чтобы вот сделать вот такую вот как бы деревеньку небольшую для себя и для нас, конечно же. Але фондос вот этот зюрек хазам, и вот мереза тут некак гибитнейший штимуш, ходюванью здесь гастромият. Вот этот домик он купил, который вы сейчас видите. Именно в этом стиле он и начал потом достраивать остальное. Это уже некий музеум, как вам берендезно, мой белет, не знаю, мы глядь так интенит. Сейчас тут находится музей, потом вы, будет свободное время у вас, вы будете гулять здесь, походите, посмотрите здесь, как я уже рассказывала, находится вся бытовая утварь, которой когда-то пользовались наши... Ez a vendég fogadó, minden jó nőszor eladó. Jöjjön össze, ez a vendég fogadó. Sőttől a bortól a szép lány csókol. Лондон и дни Айсона Тоняру. Хочет еще дальше продолжить свою историю о хуторе? Ahogy mondtam, valamikor vettük a tanyát, másik csak Suba tanya volt, a Suba család élt itt. Когда-то это был хутор, который владелец которого был Шуба, так назывался. Most pedig Suba. А теперь говорит Suba. Még pedig azért lehetett a falon a fényképek, a Suba családnak a fényképei. Потому что здесь вот глава семьи Туба, по фамилии Туба. Вот вы видите эту фотографию. Лекалюман, Дэйди, папа, Дэйди, папа, Туба, Ферибачи. Прадедушка, Ферибачи, кто из дядя Ферри он его называет. Кызыпен дедушка, бабушка, Надяпа, Надьмама. Потом, значит, дедушка и бабушка. Если мы говорим, Надяпа, Мекла, Гнилац, Ивеч, вот там. Когда у него умер отец, ему было всего 8 лет. И сейчас я пейка, не достигаю, Таня, Туба, Таня. И вот в честь его, в общем-то, я назвал это, вот это вот поселение Туба, в честь его фамилии. Вот для голова Мега Кичики. В самом низу, посмотрите на фотографию, это я, красавчик. А на Мега Кичики. Как тебя не попалишь? Ишва. Ишван, а я, это советник Вендегер Тюнгата, Эльсюр Кюсен Тигет, как мой Невнахман Иштвана. Я не совсем Иштван, не мой сын. Не мой, как Лесилстен. Говори мне, я с вашего имени поздравляю, но это сын Иштван, я не сын, я не будешь. Ну и что, да, давайте поздравим, а как поздравляем. Поздравляем, 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 поздравляем.
Так продолжается программа Тубатаня, представление табунщиков кметами. Аплодисмент. Я хочу... Ребята, все снимают, отойдите с фотоаппаратами. Люди, не вставай теперь. Да, мы тоже ругаемся. Nem volt ház, az időjárásnak azért mindenféle volt eső, szél, napsütés, hideg, meleg, és mindentől védte a suba. Это только на праздники они одевали такое вот, что не пальто. Покрутитесь, покрутитесь. Когда уже табунщик встает, то он, конечно же, немножко отдыхает психически. Немножко отдыхает. Könnyen kivászott egy birkát, ha meg akarta nyúzni, megtőzni, könnyen fogott egy birkát. Hát kolbászkó meg egy kis knoflót. Léva meg kolbászkó. Na menjetek még egy kört, hopp! Jó! Menjétek még egy kört! Nem kocsikó, 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 nem kocsikó